Цирк ТВ. Никто ему больше не поверит. А мы будем его шантажировать. Вернет там все. И куда это ты собираешься? А ты ничего не забыл? Да, я уже помню. У меня есть плеер. Вот, держи. А где батарейки? Ты что, издеваешься? Так я же их взял. Они у меня в инвентаре. А, да ладно. С батарейками работает намного лучше. Только из-за этого? Из-за того, что мне было лень вытащить батарейки из кармана? Круто! Sony Walkman. С автопереплёт... автоперемоткой и встроенным радио. Такой хороший плеер. Надо мячик пнуть. Банку пнул, мячик пнул. Николя, может быть, ты мне поможешь? В моем плане. Привет, Нико. Как жизнь? Хай, все круто, чувак. Что нового? О, игра, которую ты мне дал. Высший класс. Я играл все выходные, оторвался как надо. Есть похожие, да? Я дам тебе дискеты, чтобы ты скопировала их мне. У одного моего друга есть много шутеров. Могу одолжить, если хочешь. Играл в такие? Немного. Так, ладно, мне с ним, похоже, не о чем разговаривать. Вот сука. Библиотека, наверняка там есть какая-нибудь порнография, а? Найти ее там, подойти к нему. Смотри, что я нашел. Может, за этот журнальчик ты еще на пару дней от меня отстанешь? Дашь отсрочку. В этой библиотеке много разных руководств, но ничего про проявление с фотоснимков. А, это значит, мне надо будет этому еще и учиться. Я так просто не смогу ничего с ними сделать. Эпоха просвещения, французская революция, великие мысли 18 века, Вольтер, бла-бла-бла. Целое кладбище пыли. Как сказал бы старик, до появления франко-масонов мы блуждали в темноте. И должно быть благодарны им за свет факела знаний. Тише! Еще одно слово, и ты вылетишь отсюда пробкой. Все ясно. Да, мадам. По-моему, я сейчас ее так озвучил. Не похоже, что это. Это ее голос. Так он так на меня смотрит, взглядом пилит, как будто убить хочет. Ты чё, мразь, ко мне подошел? А ну отошел от меня, ты не видишь, я читаю. А ты, быдло, ко мне посмел подойти? А на одежды по географии оценки лучше, чем у тебя. Я уже в курсе, спасибо. Это раздражает, наверное. Я просто переоценил глубину своих знаний по конкретной теме. А надёжь? Просто повезло. Или надежь? Я даже не знаю, как её читать. Ну, никто не может быть всегда правым. Конечно, может. Нужно только больше усердия. Ты вот, наверное, двоечник, не так ли? А ты хоть чем-нибудь занимаешься, кроме попыток быть самой лучшей? У меня широкое разнообразие внеклассных занятий. Я играю в эрудит... в клубе. И даже завоевала трофей на прошлой неделе. А ты когда-нибудь отдыхаешь? Мой труд превращается в гордость моих родителей. И во что превращается твоя зависть к успехам других? Я просто люблю побеждать. Ты любишь побеждать, потому что тогда появляются побежденные. И что тут такого? Но тут у нас случай запущенный, зависит от... к успехам окружающих. Пытаешься казаться умным? Вот только моя, как ты выражаешься, запущенная зависимость к успехам окружающих делает мои оценки лучшими в классе. А как твои оценки помогают тебе хоть в чем-нибудь еще? У тебя что, грипп разыгрался? Почему это? Потому что обычно ты совсем немногословен. Мне надоело молчать. Хочешь историю? Слушаю тебя.
Это история о двух сестрах, которые однажды играли в своей комнате. Во время игры они поссорились. Все сестры ссорятся. Но не все так завидуют друг другу, как завидовали эти девочки. И тут перед одной из них появилась фея и предложила ей загадать любое желание. Но желание это исполнилось бы только с одним особым эффектом. Каким еще эффектом? Она могла попросить о чем угодно, но как бы много она ни получила, сестра ее получила бы вдвое больше. Я эту историю знаю, и она немножко по-другому рассказывается. Это же ловушка. Маленькая девочка задумалась на минуту и ответила: «Добрая фея, выколи мне глаз». Отвратительные у тебя истории. Да. У твоей сестры будет. Я хожу в эту школу с первого класса, но мне все еще здесь не по себе. Она сразу и слишком тесно, и слишком просторно. Но если попробовать перевестись в другую, то станет только хуже. Похоже, все мы изо всех сил держимся за свои проблемы. Это грустно. Даже смерть мы встретим, спрятавшись под одеяло собственной тоски. Тихо, это библиотека, а не кафетерий. Извините, мадам. Ну, мне здесь пока вроде нечего делать. Пойду в школу. Может, в туалете его как-нибудь застану. Или что-нибудь еще найду. Встать на раковину? Зачем? Все, я понял. Это чтобы можно было сфотографировать его. Но мне надо как-то его заманить сюда. Опять этот мячик. Не думаю, что в часовне на это нужны предметы, но можно и сюда сходить. Отец Фука. Здравствуйте, отец, я пришел исповедаться. Скажи слова, которые ты заучил. Благослови меня, отец мой, ибо я согрешил. Слушаю тебя, сын мой. Мне больше не в чем исповедаться. Можешь возвращаться на школьный двор. И все? Это что ли после своего греха, как я вот его сфотографирую, мне надо будет сходить исповедаться? Да не, я этого делать точно не буду. Туалет. Давид. У меня даже еще фотоаппарата нету, чтобы я смог его сфотографировать. Надо пойти к себе в комнату и еще раз там все проверить. Может быть, что-нибудь да я найду, какие-нибудь нужные предметы, а то я особо так и не посмотрел всю эту квартиру. Хоть и заходил туда. А туда наверх нельзя, там чердак. Угу. Вон, фотолаборатория, может быть там я смогу найти фотоаппарат. О, постер для взрослых, во, его надо взять. Секси. Но отсюда не достать. Чем занят? Проявляю фотографии для клиента Вольтера. Ты можешь рассказать мне, как проявлять снимок? Конечно, но не сейчас. Мне нужно работать. Покажу вечером. Вышел новый номер от Тилта. И? Ты хочешь купить его? Да. Сколько стоит? 28 франков. Дорого. Спроси разрешение у мамы. Так. Тебя зовет тетя Нина. Что ей нужно? Я не знаю, она только сказала, что зовет тебя. Во, пока он ушел, я могу взять и фотоаппарат. По-быстренькому. И снимок еще вот это, да? Она забыла, что хотела мне сказать. Это не для тебя, да ладно. А как мне теперь? Да ладно, что так быстро-то? Давай по-быстрому снимаем.
Так, ладно, я взял, что мне нужно. Заперт. Она забыла, что хотела мне сказать. А там для него не надо, это пленку еще. Папа, гостиную. Комната Бруно. У меня еще и брат есть. Дверь заперта. Так, ну вроде бы у меня все есть. То, что мне нужно было для моего коварного плана. Не так? Что такое? Мусор, что у тебя там? Пусто, как всегда. Я вполне доволен тем, как я одет. Спасибо. Книги. Программирование на... Бейсики. Несколько журналов титул. Выбери себе приключения. Опасный Рик для Commodore 64. Не, ну, играть сейчас не время. Что это за дверь? Ты к своему брату? Во. Карты. Тренажер. Здравствуй, братиш. Когда у тебя турнир по бодибилдингу? Через 2 месяца. Сложнее всего будет в последние 4 недели. Придется взвешивать свою... Да, взвешивать свою еду, чтобы контролировать потребление. 4 недели — это долго. У тебя получится? Я сделаю все, что смогу. Сдаваться не в моих силах. Правилах. Я буду аплодировать каждому твоему выходу на сцену. Спасибо большое, это правда много значит для меня. От молчащего зала становится не по себе. Уж лучше быть освистанным... Блин, насколько плохо. Нет кислоты более разъедающей, чем молчание. Какой услуги ты хочешь его попросить? Мы пойдем в кино на 1942 «Завоевание рая» из Депардье. Конечно, если хочешь. Я схожу в Бурон и узнаю, когда будет показ. А что ты сейчас читаешь? Дочитываю 3-й том. Оно. Книга. А что дальше будет? Пока не знаю, если у тебя есть что-то интересное. Буду рад. А что за история с тем тренажерным залом? Ты про тот, где тренируется Арни? Да, который на пляже. Я же не путаю ничего. На пляже Венес-Бич. Это городок в Шахтатах. На западном побережье. Я бы хотел там побывать. Может, однажды побываем. Можно попросить тебя об услуге? Конечно, говори, ты можешь выбить дурь из одного парня в школе? Естественно, нет. Она пугает его своими бицепсами. В чем проблема-то? Да ни в чем, забудь. Он просто меня достал. Ну давай, колись. Да, плюнь. Это не такая же проблема. Я могу сходить с тобой в школу и поболтать с ним. Я подумаю об этом. Не, вот этого точно делать не надо. Поболтать с ним. Так, ну что же, у меня вроде все есть, я и сам смогу сейчас разобраться с ним. Ключи? Ключи от чего? Я еще и ключи утащил. А, от чего это ключи? Ключи. Странно. Ну ладно, пусть будут, может когда-нибудь и понадобятся. Эп, школу потопали. Так, как надо подготовить это место? Преступление. Куда-то что-то повесить. Так, это... Куда? Сюда? Туалетная кабинка. Все в порядке, спасибо. Не, почему нет? Ну-ка, а может быть мне ему надо дать? Типа, о! Пацанчик, смотри, что я нашел. Я уже сегодня лишился своего плеера. Так это же для плана, ну ты чё? Давид. Ладно, может попробую поговорить с ним, потом он додумается до этого. Так то, что тебе говорят, правда? А что конкретно обо мне говорят? Что-то одержим сексом. Неправда.
Но тебе же рюкзак всегда полон журналов для взрослых. И что, я наслаждаюсь видом обнаженных женщин? Это преступление, по-твому? Я передергиваю 3 раза в день, если бы ты об этом хотел спросить. А это не стало для тебя рутиной? Так много разных журналов, ощущения не повторяются. И это я еще молчу о новостях горячего порно на канале Плюс. Ты мозоли на руках не натер еще? Очень смешно, ты дальтоник недоумок. По крайней мере, мои руки всегда при деле. Мои руки тоже. Блин, как ты его не так начал озвучивать. И это называется ахромат. Ты когда-нибудь пробовал с девушкой? Девушки меня не интересуют. Мне нравятся настоящие женщины в плейбое. Блин, 3D-тянки не для него, только 2D, да? Может, это из твоих прыщей? Ха-ха, очень смешно. Еще как. Блин, а куда мне постер-то повесить? Никуля. Может, ты мне поможешь, подержишь там для него? Так, с чем я могу взаимодействовать? С туалетной кабинкой, встать на раковину. Не хотелось бы. Да почему? Повесить сюда, он зайдет такие. О, новые ощущения. Там начнет свои дела рукой делать. А ты такой, хоп, чик-чик его, и все. Не хотелось бы, блин, ему. Он уже даже здесь, блин, наяривает. Блин, не знаю, может, вот это выбрать. Почему ты не отстанешь от меня? Твой секрет — настоящая золотая жила для меня. Да, это даже неправда. А вот и правда. Я-то это знаю. Ты гей. Нет. Я видел вас с Грегом в туалете. Мы просто разговаривали. Лжец, я видел, как вы далеко вы засовывали пальцы. Да ладно. Мы только пробовали 1 раз, чтобы понять, как это, я клянусь. Чушь. Если ты не хочешь, чтобы вся школа узнала, делай, что я говорю. Я больше не позволю тебе унижать меня. Полегче, тигр. Я уже весь тут трясусь. Старик прав, нужно заткнуть его. Вот, надо же, блин. Додумался. Воплощаем наш план. А в чем смысл, да... Ну, может, ему надо отдать? Точно. Держи, новое ощущение. У меня есть еще кое-что интересное. Что там у тебя? Смотри. О, вот это да, прям в глазами. Даже знать не хочу, что он собирается с ним делать. Непристойные звуки. Прям здесь бы, хотя бы дома бы использовать фотоаппарат. Чик. Он в кабинке. Становится интересно. Непристойные звуки. Все, сваливаем отсюда. Наш план практически завершен. Давай еще чуть-чуть. Теперь надо узнать у отца, как проявлять фотографии. А, мне же сначала, прежде чем копировать, нужно... Ну-ка, книги, что здесь? В этой библиотеке много разных круголос, но ничего про проявление снимков. Тише. Пошли к отцу, может быть, он чему-нибудь да научит нас. Я могу? Ой, этого кошака зовут Феликс. Феликс, здравствуй. Он знаком с... гусыни, которая снесла золотое яйцо. Вот это вот гусыни. Потому что он на нее смотрит. Метеор какой-то. Так. А где его мама? Не сюда.
две тети, а мамы нету. Почему-то. Комната Бруно. Спросил мама, а где мама-то? Папаня, папаня, научи меня. Тебе что-нибудь нужно? Нет, спасибо. Я собираюсь к маме. Увидимся. Можешь мне рассказать, как проявлять снимок? Конечно, но не сейчас, мне нужно работать. Покажу вечером, значит, только вечером я смогу отомстить на следующий день. Но у меня есть время, еще как минимум месяц. Так. Блин, а я уже час играю, что-то как-то я заигрался. Ладно, а где моя мама находится? В больнице, что ли? В больницу. Пошли туда сходим. Там я еще не был. Бла-бла-бла. Сейчас она, наверное, психанет. Да, от чего лекарство? А на что похожи цвета? Ну, как бы сказать, неважно. Но с ней мне разговаривать не о чем. В кабинет психотерапевта. Дизер, я не могу пустить тебя в лифт без записи ко врачу. Понятно, мне здесь пока делать нечего. Я просто ищу свою маму, чтобы мне отец дал 28 франков на журнальчик. Вон, в институт медицины, может, она там работает. Музыка прикольная в этой игре. Во, да, мама. Он заперт. А это поможет? Не знаю, я решил проверить. Старик хорошо относится ко мне, он дает мне советы. Я знаю, что ты видишь в нем поддержку для себя, но ты слишком закрываешься себе, ты придумал целый мир, в котором прячешься от других. Я беспокоюсь о тебе, потому что ты всегда такой грустный из-за монохроматического зрения. Я говорю с ним, он слушает и отвечает мне. В той квартире никого нет, и ты прекрасно это знаешь. Ты просто не хочешь это признать. Что? Мы скоро освободим ту квартиру и выставим ее на продажу. Почему? Нам нужно экономить. Мы больше не можем позволять себе две квартиры. С тех пор, как твой отец ушел со стабильной работы, мы с другом сводим концы с концами. Мы с трудом сводим концы с концами. Я больше не смогу видеться со стариком. Ты больше не сможешь ходить в ту квартиру. Может быть, это поможет тебе двигаться дальше. Так как психотерапевт что-то не особо помогает. Даже так. Да ладно, там, оказывается, нету старика. Ну, можно мне гелевый шарик? Гелий в нашем баллоне закончился. Скоро должны доставить новый. Так, ладно. А почему попросить у мамы насчет журнала ты не можешь? Этот прибор взбалтывает пробирки для смешивания веществ. При наличии химических опытов ничего интересного. Так я же хотел спросить у мамы насчет журнала. Значит, проявлять снимки я не умею. Блин, и что мне делать? Журнал мне, кстати, тоже пока не нужен. Без понятия, что с ним делать. Ну-ка, он там до сих пор сидит? Ну зато я вместе с этим стариком придумал такую интересную историю. Ну, не историю, а план. По захвату яиц того гандона. Так. Отец научит меня только вечером, а для этого мне надо что-то сделать.
Заперто, может быть, от чего эти ключи? Я вот то, мне вот тоже очень интересно. Фотоувеличитель. Здесь папа экспонирует негативы. Папа, там тебя зовут. Тебя зовут, что ей нужно, не знаю, там спросить только у тебя. Ваночная. Не хотелось бы. Она забыла, что хотела мне сказать. Блин, отец, тебе не удивляет то, что я тебе 3 раза говорил то, что тетя хочет что-то сказать, и каждый раз она забывает. Похоже, отец очень хорошо ушел в свою работу. Так, как... Наверное, как-то надо вытащить пленку. Я поиграю с фотоаппаратом потом. От чего эти ключи? А, я, может, не на ключи нажал, а... Со шкафчиком. Папа здесь. А, тебя зовет тетя Нина. Ой, еще раз, ей что-то опять нужно. Пока не забыл, иди сходи. Перед тем, как рыться в его ящике, я должен узнать, как проявлять снимки. Да, она опять забылась. Может, ты мне расскажешь? Конечно, не сейчас, вечером. А что мне до вечера делать? Ты почему-то... Я пошел к маме, журнал хотел сходить купить, чтобы почитать его, а у меня даже нет этого разговора. Чем занято? Так, это... Нужно... Нет, спасибо. Я собираюсь поиграть в карты с тетушками, увидимся. Хорошо. Ну-ка, может быть, может какой-нибудь здесь ответ надо правильный выбрать. Я собираюсь идти купаться, увидимся. Нет, ему пофигу. Ладно, не буду больше его донимать. Поговорю тогда с тетушками. Потому что я просто... Вы хотели утром поиграть в автоматы? Да, и я немало выиграла, но тетя Нина все спустила. Новичкам везет. Посмотри, что будет завтра. Посмотрим, что будет завтра. Как вы потратите деньги, если сорвете джекпот? Я раздам большую часть бедным. А может, лучше спросить их, спустить их на ветер, как все? Всю жизнь я зарабатывала деньги трудом. Теперь я трачу их в свое удовольствие. Но если я выиграю, это будет другое. Вернусь позже. Ты уже пообедала? Прекрати. Прекрасно поели. Ладно, в казино Вер. А ты? Я не очень голоден, а еда в нашем буфете просто ужасная. В нашем буфете? В школьной столовой. Приходи на этой неделе, есть домой. Ты еще злишься на меня из-за картошки фри? Прошу прощения. Когда мы последний раз ходили обедать в Утерпарк, ты обиделась меня за то, что я не предложил тебе попробовать то, что заказал. Спасибо, я не голодна. Ты не скучаешь по Франции? Что? Ты не скучаешь по Тране и Южной Италии? Путешествие сюда очень... Путешествие сюда очень выматывало меня. Я постепенно от него отхожу. Вы надолго у нас останетесь? Когда мы собираемся домой, Лючия? Почему ты все время спрашиваешь об одном и том же? Я не помню, может быть, у меня Альцгеймер? Чушь. Ты просто не пытаешься запомнить, вот в чем беда. 3 недели, мы поедем домой через 3 недели. Понятно, с ними тоже не о чем разговаривать. Ну-ка, может быть, там карты какие-то можно взять у брата в комнате? Я же ничего особо такое здесь-то и не... особо так и не смотрел. Ни карты.